Вот так, пошли, вас снимает скрытая камера. Так, это... Так, записывает. Хорошо. Сейчас усложняем. Положили. Значит... Смотрите. Держи. Держи. Значит так, еще назад еще. Значит, смотрите, я иду туда назад, а он вперед. Еще раз, на пятки не наступаем, бросай. И идешь ко мне, маленькими шагами. И мы передаем мяч. Раз, раз, ножки пошире. Сюда, еще. Оп. Так, а теперь обратно. Оп. И отсюда движение. Пошли. Отсюда. Дрюка, смотри, сейчас покажу. А я наоборот. Делаешь, скажешь, я на голову падаю. Хорошо, хорошо. Стоп, стоп, Мирослава. Чуть-чуть ножки шире, вот, вот, вот так вот должно быть. Пошли. Хорошо, так, Катерин качается, Андрей, поменяй. Гугуца, не гугуца, поменяй. Так, а сейчас наоборот. Стоп. Сейчас наоборот, Максим, становись здесь лицом ко мне. Расстояние у вас тоже, вот 2-3 шага. Значит, давай, оп, двигайся. Двигайся сюда. Отлично, оп, идите. Давай, оп, оп, и сюда, оп. Отсюда, отсюда и двигайся. Ну, пошли, пошли. Читай. Стой, сейчас покажу тебе. Давай. 20 раз сюда, 20 раз сюда. Теперь смотри, я беру руку, вот сюда взяли. Значит, 20 раз сюда, а потом наоборот. Значит, здесь и здесь. И 20 раз сюда. Пошли. Боком-боком двигаемся. Хорошо, смотри. Тяжелый мяч, вот этот, да, самый тяжелый? Да, на 10. Дай мне этот мяч. Никогда учитель, тренер, говорит, не кидай, а я на ручку. Молодец. Значит, сейчас ваша задача такая. Значит, вы двигаясь по ковру, вот сюда не заходите. Вот раз, ковер, два. То есть все равно, как вы двигаетесь. Главное, чтобы вы не ударялись. Передает и пас. Держи. Бросил мяч. Раз, два, три шага сделал и встал. Бросай. Бросай. Три шага. Куда хочешь. Есть. Сюда. Я делаю. Раз, два, три. Оп. Кидать сюда. Да. Все, ушли сюда. Пожалуйста. Это Алекс. Мирославе. Пошли. Алекс, Мирослава. По всему этому двигаться. Будьте аккуратны, чтобы мне не ударили никого. Там, там, там только бегаем. Только там. Шапки были.
Эй, туда, только там бегаем. Сделал. Коля, сильный бросан. Коля, поменяй капеллину. Не заходим. Там, там, там. Мирослава, туда, туда. Сколько? 20. Я же говорил, сюда 20, сюда 20, сюда 20 и сюда. Пошли, пошли. Отсюда
возьми. Другой рукой. Да. Вот. А эту так. Вот теперь ты держи. Стоп. Остановись. А, ты сиди. Все, пошли. Пошли. Хорошо, стоп, Матея. Матея. Хорошо. Так, сейчас ушли, сели. Макс берет мячик. Идет вот туда. Да. Значит, смотрите внимательно сюда. Первое. Макс не кидает отсюда. Он должен постараться аккуратными движениями вправо, влево меня обмануть, пройти и бросить. Смотри, отсюда можно бросить, отсюда можно бросить, отсюда, 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 отсюда. А вот с тех матов нельзя бросать. Моя задача, кстати. Значит, у него 10 секунд. Моя задача. У меня руки сзади. И я стараюсь не дать ему кинуть. Дальше. Вот. Раз, два, три, четыре, пять. И попало. Мяч сюда. А что ты два? Давай, мяч. Сейчас ты защитник. Ты держишь руки сзади. Вы не пускаете голову. И теперь вы начинаете. Готов? Готов. Как же? И я отсюда стараюсь, обмануть отсюда, пройти сюда, а ты вот, да, вот не пускаешь. Раз, и попал, и меняемся. Понятно, да? Так, Андрюха, бери Макса, туда. Будь здоров, Иван Петров. Так, нет. Катерина берет Николая, значит, и сюда. Хаджин, поехали. Все, поехали. Так, стоп, давайте так. Стоп. Не держать здесь руки, да? А руки можно взять здесь за пояс или просто вот здесь. Но не вообще, да, не держать. Пошли. Вот так. Давай. Есть, попало, даешь ему мяч. И считайте свои. Нет. Тебе дали мяч. Это один из сильных линий. Все, промахнул. Отсюда. Так. Ты держишь мяч. 5 секунд. Ты держишь мяч. 5 секунд. Если ты стоишь рядом с кольцом, и ты закидываешь. Нет. Значит, что ты делаешь? Отдаешь мяч Мирославу. Мирослава чуть-чуть сюда отдаешь. И ты бросаешь. Или Мирослава. Да. Понятно? А Макс один. Кто? Матея? Нет. Переходите сюда. Играйте, смотрите, будьте внимательны. Потому что здесь одна пара играет. Марк. Да. Я не понял. Тренер бросает, рассказывает, ты к нему в задницу становишься. Возьми мяч и не крути его. Не можешь всю себе в трусы. Значит так. Вот я ударю сейчас. Бьет учитель? Бьет. Правильно делает? Я тоже возьму, у меня вон она стоит. Объясняется дальше. Две пары. Ну что ты ко мне спиной поворачиваешься? Сами вот я еще видел тебя. Еще раз, играйте две пары, поэтому друг другу не мешать. Отдай ему мяч. Еще раз отдай ему мяч. Вот так. Дай ему мяч. Так, вы становитесь сюда. Если вы забросили, то следующий подходит сюда. Готовы? Аджина, ко мне. Что вы же не пропустили?
Что значит он поймал, и ты должен бросать? Я бросаю, и он поймал. Ты бросал? Нет, я хотел. Ты бросал? Ну, а где ты? У меня не держал. А, не держал. Катерина, не поднимай, ты сам без рук играем. Понимаешь? Ты становишься. Ты становишься и смотришь, где кольцо и где твой партнер. Ручки здесь. И если он тебе дает, то поворачиваешь и бросаешь. Если ты там ходишь, ты сидишь. Можешь чуть-чуть пробежать. Нет, если он открылся, отбросаешь ему. Ты готов посмотреть на них. Готовы? Хочу. Руки, руки. Давай, пас. Вот. Есть. Давай еще раз. 1-0. Вот, давай. Вот, стоп. Когда мяч чужой сюда попадает, значит, вы останавливаете. Скажем. Пошли. Все. Вы мат. Мат берет мяч и идет туда. А вы вдвоем? Нет, вы вдвоем. Держите руки здесь. Если вы будете так держать руки или вот так, то вам лицо. Поэтому ваша задача. Ты играешь там. А ты играешь здесь, ручки здесь. Если он убьет, вы его не держите, и вы его вот. Не думайте, вы его чуть-чуть отталкиваете. Если вы будете руки так держать, то в нос ударит. Будете где наоборот. Пошел. Пошел. А ты побегай чуть-чуть здесь, побегай. Вот. Вот, пусть пускайте. Стоп, все, уходишь туда. Вот не попал. Значит, вы оттуда начинаете. Стоп. Линия албаса синяя. Еще. Вот так. Все. Хорошо. Вот сюда. Да. Все. Стоп. Мах. Смотри. Ты здесь трубку потыкаешь. Просто, просто не отзывай мяч, а держи ручки здесь. Да, это все будет. Хорошо. Ближе надо подойти, все забираем, меняемся. Да, стой. Давай. Отлично. Где-то секунд 10, Макс. Да. Не пускай. Еще раз. Еще раз. Стоп. Стоп. Смотри, чем ближе ты с кем, берешь против Андрея играешь. А вы играете друг против друга.
машине. Вот, значит, первый слабый идешь сюда. Гонки секунд. И побегай, потом кровь. 5-6. Руки не здесь, пишу дальше. Просто вот здесь. Сюда. Вот. Сколько со школы вышел? Не помню. Не помнишь? А кто сколько меня видит? Где? В Рунгу. Где? Кто со мной поздоровался? Да. Да у нас сколько вышел? Сейчас закончил. А сейчас? Опоздал. Я думаю, мозги есть или нет. Если сегодня он ушел, закончил раньше, пришел. Не надо меня дурить как-то. Да не блин, а мальчик. Как ты вот много там? Я же тебя видел. Что? Дайте ты меня опять его попадал. Ну, опять если что, нельзя прийти на мальчик? Надо обрабатывать. Не лень. А как это было разговаривать? А в 4 не лень. Я попаду. А в 4 не лень. Я в шоке. Где разбираешься? Я. Так, там снимаешь. А дома не мог. Не мог. Опоздал на тренировку. Мячики убрали сюда. Да. Так. И ушли вот сюда сели. Я тоже. Ты кто-то больной? Ну, уже пошел. Ну, слава Богу. Садись. Еще раз, Марк. Ты не должен просто много носить. Умно надо. Постоянно. Устал. Попроситься отдохнуть. Дальше так. Идет игра регби. Без того, чтобы делать броски. Эй! Ерве! Ка не показывай. Ерве! А так было! Что так было? Ногой сейчас сделал это. Нет! Что нет? Так было! Ну вот ты где лежишь? Вот здесь. Дырка где? Здесь. Ну? Что? Что? Где ты кто? Там. Значит, тебя возьмешь. Значит, я выберу. Отошел. Привет. Меняй маску. Вот так как ты порвал, потом я пришел. Давай, давай, давай. Вообще тренер сказал, слушай, Сергей Анатольевич, и все. Ни один учитель не любит, когда ему говорят, что. Так, эй! Чиполлино. Ой, смотри. Значит так. Первое, когда мы играем, подножки не ставить. Понятно, да? Если мячик, футбол не надо играть, потому что я рукой беру, а вы раз ногой. Тоже нельзя, значит, ногами бить. Подножки ставить. Броски делать. Толкать в спину, в бок, в лицо. Почему? И аккуратно вот на краю, особенно вот там, на глыбу, там. Не надо бежать со всей силы, Макс. А то он вот так раз попывает и прямо в стенку туда пойти. По ребрышкам, блин. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять. Встали.
Ты сюда, здесь. Выдаем туда себе. Где это? Да, они. Сейчас придет. Значит так. Иди сюда, мама. Вот, выбирай два человека. Теперь смотрите, видите, там вот краешек тоже чуть поднимается. Вот, вот этот немножечко, пока я не знаю. Макс и Андрей. Идите отсюда. Даня. Я. Вот, пацана. Выбирайте двоих. Пойду посмотрю. Без возможности. Вы смотрите. Я просто... Да, а потом вы будете играть. Да, не гоните мяч. Готовы? Это ты? Да. Так же? Пошли. На середину. Даник, Макс ко мне. Даник, Максим ко мне. Вы должны делать 300 раз, не знаю, что, отжимания, приседания, пресс, подтягивания. Не знаю, можно вот это чучело поднимать, просто только здесь, 300. Так. Мирослава, идешь к Максиму к Андрею. Так, я думаю, что через полгода они уже придут в себя и будут поактивнее. Эй! Значит, старайтесь через нее. Эй! Не дай Боже пальцем кто-то трогает. Вы имеете право не пускать, смотрите, не забирать мячик, и у него то же самое, а просто как у него дети. Не выбивать мяч, просто не дать кинуть, пусть она в любое место. И поменьше ее трогать. Так, сюда. Ты играешь за них. Вот, отошли в сторону назад. Так, а ты играешь за них. То же самое с ним. Не дай Боже. Никаких подножек, толкотни, это. И еще. Гол считается только в том случае, если он хоть один раз пасал. Вот вам мяч попал, вы пасуетесь и забили, не считается. Значит, я сейчас палочку выйду. Обязательно через нее. Твоя задача. Тебе дали мяч. Не знаешь, что делать. Он тебе дал сразу раз ему пить. Заранее смотреть. Он свободен. Раз ему отдали. И все. Дальше. Там старайтесь не играть. Не считается. Вот, смотри, сразу максимум назад. Вот умница. Ну, конечно. Стоп, не двигайся. Так, тебя смотрю на Машу. Тебе. Вот для Адалапа ты стоишь в середине. Не двигайся. В середине всегда много народу. Для того, чтобы тебе было легче, ты Адалапа и идешь сюда, где свободно есть. Обычно здесь бывает.
И здесь уже стараешься все быть готовым. Они подбежали сюда. Ты пропити немножечко сразу на середине, и вдруг тебе дадут дела. Но заранее смотри. Да? Вот смотри, кто за тебя играет? Максим? И Андрей, да? Вот он сзади, не видно. Значит, встань так, чтоб ты видела. Кидай. То есть я уже вижу Андрея. Раз, сразу могу дать. А если так, то я уже не знаю, куда давать. Да? Чтоб ты видела и Андрея, и Максима. Сюда ко мне, вот сюда. Разворачиваешься. Покажи, где Максим. Максим. Андрей. Все, вот ты, да? О, Аджина, поехали. Вот она мне. Молодец, солнышко. Алекс, нет! Стоп! Стоять. Еще раз. Алекс, ты здесь бегаешь, да? Двигаешься. Молодец, хорошо. А руки что у тебя делают? А вдруг он побежит сюда, раз, вам голову. Значит, ты первый руки. Он побежал, голову и поставил. Закрылся. Руки до следа здесь. Вот здесь. Вот так. Так же. Стоп. Кто двигается? Кто за тебя идет? Каталина. Каталина. Не двигается. Значит, Каталина. Хорошо стоит или нет? Для паса. Если он тебе даст пас, Марк может свободно переходить. Значит, ты должен идти сюда. Если Марк сюда смещается. Все, стоп, пресс. Ты просто уходишь сюда и все. Еще? Раз. 40. Саша, Олег, дай, стоп, не двигайся. Может ли он тебе пас? Никак. Поэтому что ты должен сделать? Не продавил. Он никак тебе пас не даст. Тебе забежать вот сюда. Может, ногу дать. Он тебя может. Значит, или сюда уйти. Хорошо? Очень просто. Давай. Стоп. Дай мяч, Коля. Не двигайся! А я! Не двигайся! Теперь смотрите внимательно сюда. Поле лежит. Бросай. Да? Еще раз. Надо поднимать две руки. Почему? Если это ближе будет, например, он бросает. У вас есть одна рука. И эту руку становите боком, ставите руку. Одну руку. Все. А эта рука не дает сюда. Он может с той стороны. Если вы так становитесь, ставьте одну руку. Ему все равно будет тяжело. Чуть подвинулся, вообще тяжело. Не так. А что по нему сюда? Потому что ты подпрыгнул, а вот я чуть-чуть толкнул. У тебя ноги ушли, ты много раз ударил об пол. Там, у тормоза. А здесь, только он меня не толкал, я все равно встану на руку. Еще раз, одна рука и нога впереди. Или здесь, чтобы я не видел, чтобы вот так прыгнуть. Ноги ушли. Вот я подпрыгнул, он толкнул чуть-чуть, ну, чтобы мог бежать. Раз, ноги ушли, головой бам, и все. Еще сюда. Чучело взяли, вот это, и отсюда чучело вверх и вниз. Так, стой. Саша, боком эта рука не здесь, а вот здесь. Ты два раза делаешь, а он один раз. Пошел, Макс, вставай. Мне надо еще что? Уходи, уходи, уходи дальше. Не трогай. Стой. Пошли. Не держи его, не держи, Катерина. Катерина! Руку, Саша. Алекс, руку. Покажи, он тебя даст пас.
1-1. Хорошо. Ручки сюда держи. Хорошо, умница. Молодец. Открывайся. Отходи дальше от них. Вот два раза ты один раз. Иди ты дальше. Дальше сюда. Хорошо. Осторожно. Алекс, аккуратно. Без подножек, без подножек. Стоп!
Стоп! Подожди, все сюда. Сели сюда. Сели сюда. Ты попал. Вроде правильно сделал, да? Чуть лицо не попал головой. Понимаешь? Ты как бы решил за справедливость, а вот пострадала бы она. Пойми, не надо. Значит так. Значит, нормально. Ожил. Играть умеешь, бегать умеешь, хорошо. Единственное, но надо научиться останавливаться. Остановиться вправо, влево. Вот. И ручки выше. Значит так, тебе тоже ожила, да. Надо быть активной, думать. Значит, вас сегодня я отпускаю вас. Алекс. Ну, 6 лет. Все, стоп. Давай. Да. Поклониться. Не забывай. Видишь меня в школе, то же самое. Скажи, тренер, здравствуйте. Чтобы видно было, что ты дзюдоист. А если как я? Бахми. Все будет знать. Значит, тебе. Ты кушаешь пока с другим классом. Какие-то проблемы, не стесняйся. Подойди мне, скажи. Не можешь сам решить, значит, я попрошу и все. Ярослава. Все. Акасов. Пожалуйста, убрали чучело. Макс, бери свою команду. И еще раз, смотрите, видите, там поднялся Макс. Вот там будьте аккуратны. Все, следующее. Ушли. Команда, разошлись. Макс, никого не меняешь? Никого. Кровь кто-то будет сдавать? Кровь повещение. Да. Так, пацаны. Время. Пацаны, вы играете 30 минут. Сколько? 30 минут. А потом боремся. Да. Еще. Потом боремся. Но, значит, первый вариант. Через 30 минут я выхожу. Второй вариант. Поможешь? Воду хочешь? Если выпьешь, то бегать не будешь, уже разыграешь. Значит, второй вариант. Вы играете до 30 мячей. Если 30 мячей забили через 20 минут, значит заканчивает. Но договариваемся так. Что? Договариваемся так. Из команды не уходить. Обижаться. Вот закончилось время 30 минут. Можете обижаться. Можете уйти, плюнуть. Да, что-нибудь сделать. Обозвать. Можете плюнуть еще в маску. Вот сейчас бы как раз зубы выиграл. Да иди это срать хотел. А он уже. Так. Снимать. Да давай, Серун. Ребята, мы ему опять не отвечал. Да. Интересно, забью я кольцо. Где? Не надейся. Бог любит троицу три раза. Молодость, помню.
А хорошо поступили, правда? А если представляешь, вот так вот идешь, например, Москва, такие большие города, тебе подумал, блин, а там же реки как? Вот такие глаза, блин. Там только шоссе там, таких вот этих дорог. Мне нарушали, так прихватило, блин. Я бежал за того, просто я не знал, где здесь туалет, а знал там. Там этот длинный, бежал как, хотел уже в этом. В переходе там внизу, там, знаешь, рынок и гербы, поезда, с другой стороны. Блин, уже и тут туалет написано. Тут там, блин. Ну все, значит, так, я вас прошу. Можно прыжок, да? А? Можно прыжок? Не, не надо. Жалко. Не надо. Так тебя бросят и ударишься. А, вот нет, просто есть такое поверье. Кто просит, тот обязательно долбанет. Давай. Все. 30 минут, значит, без 20. Не, уже нет. Без 15 кончаем. И до 30 очков. Аджины. Все, мы ушли. Пошли. Стоп! Камера. Слушайте, камера все записывает. Так, а мы пошли смотреть по телевизору у вас. Прямой эфир. Чтобы вы выгнали со всем этим. Все, спасибо. Чтобы вы выгнали. Еще на 7 раз, потому что это шерсть. Победила нам чек. Все, пошли. Yeah.
группа. Thank you.
Колыва. Ну ты надеешь? Я тебя верю. Да, конечно.
зачем тогда я не могу попасть? Go! No!
Это был мой хитрый план, чтобы я не знаю, что мы все два на пенсии.
Так, я не понял, пацаны. Вас долго ждать?